Здравствуйте, я Владимир Якуба. Как настроить мозг на достижение успеха? Три правила за 3 минуты. Коротко. Первое. Выкидывайте лишнее из головы. Не только мысли лишние из головы, но и лишнее времяпрепровождение. Когда ты планируешь пойти на какую-то встречу, на какое-то мероприятие, подумай, надо ли тебе это, что ты в результате получишь. Когда ты беседуешь со своими знакомыми, нет, не друзьями, друзья это больше так психологическая разгрузка часто бывает, и это больше близкие отношения, но когда ты общаешься просто со знакомыми, делай выводы, нужно ли тебе это обсуждать, нужно ли тебе смотреть политику, нужно ли тебе смотреть заголовки Яндекса, заголовки Яндекса может быть и надо, это как-то переключает, но довольно быстро, но нужно ли тебе постоянно смотреть программу «Время» по несколько раз в день, или читать газеты бесконечно, если это не связано со своей деятельностью. Первое, выкидывайте мусор, и таким образом вы освободите время, и вам легче будет правильно мыслить и более свободно рассуждать и действовать. Так вот, что еще второе правило, чтобы добиться успеха, вам необходимо поставить цель. Если вы хорошо живете, вам несколько легче, но поставьте цель, связанную с автомобилем, квартирой, потрясающей супругой, которой тоже нужна и автомобиль, и квартира. У кого-то, может быть, это цель iPhone. Да ставьте цель любые, здоровье, возможность не работать, любые цели. Без цели своим родителям купить дом. Вот ставьте цели, и чем круче эта цель, и чем она формализованнее, то есть будет записана, тем выше вероятность, что вы соответствующего необходимого результата добьетесь. Ну и, наконец, третья составляющая. Вы должны по-настоящему почувствовать себя влюбленным в ту деятельность, которой занялись. Влюбленным. Я даже не говорю любить, я говорю влюбленным. Потому что, наверное, многие понимают, что такое быть влюбленным. Это, ну, некое окрыление, это когда вы летаете, вы получаете удовольствие от самого процесса, взаимоотношений, от переписки, от смс-сообщений, ватсап-сообщений и так далее. Влюбленным в то дело, которое вы делаете. Знаете, кстати, если ты проработал в компании 6 лет и выполняешь одну и ту же функцию, вы скажете: Владимир, какая тут влюбленность, вы что говорите-то? Ну, цель, ладно, цель сдать столько-то отчетности или цель стать начальником департамента такого-то зарплаты, это как бы понятно. А вот влюбленным это как? Так вот я вам говорю, знаете, у меня был один тренинг в компании ГАЗ, ну, группа ГАЗ, Газели. Приехали участники с 3 стран, порядка 150 участников. Я помню, как один из участников высказался плохо по поводу «Газели». Вы знаете, я сам на заводе «ГАЗ» работал, правда, это было недолго, но все-таки я ставил колеса на «Газели». Меня это внутренне задело, но больше другое. Как говорят, не плюй в колодец, из которого пьешь. Ты или же влюбляешься в эти «Газели». Да, они хуже некоторых аналогов, но, правда, они стоят в 2 раза дешевле. Да, у них есть определенные минусы, но ты влюблен, тогда ты круто продаешь. Ты влюблен в другую марку, тогда иди туда и продавай это. Веди переговоры по ним. Влюбись в то, что ты делаешь, и тогда у тебя будет все по-настоящему получаться. Ты добьешься точно успеха. 3 совета, 3 минуты и немножко больше секунд. До встречи. Если это видео полезно, жмите лайк и ответьте на... Прокомментируйте, вот на ваш взгляд, как добиться успеха. На ваш взгляд. Напишите чуть ниже. И ставьте лайки и дизлайки. До встречи.